нужно потом человека вспоминать. Ты умерла. Дальше ничего нет. Мне хочется отомстить ему как-то. И что-то у меня в глубине души заложилось к нему такое. А чё же даешь себя в обиду-то? И была беременна на 4-м месяце. А чё ты вдруг отказался-то вместе с ним умереть? Просто беда нашей страны. Вообще не завидую, что у тебя такое платье есть. Мне вот не надо такого платья. Я не могу просто никому об этом сказать. Я даже с мужем об этом не хочу, не могу поговорить. Я всегда радовалась жизни, я просыпалась, у меня было все хорошо. А в один какой-то период у меня вот сестра начала говорить, что я много лишнего говорю постоянно. И как-то я замкнулась в себе. Она мне говорит, что я плохо разговариваю, что у меня там плохая внешность. Я вот выхожу на улицу, на меня если посмотрят, я уже думаю, что что-то со мной не так, я закрываюсь и все. У нее была любовь большая. И как бы мама приехала сюда, сказала: Наташ, посмотрите, они же не пара. Он любил меня очень сильно и над 11-м этажом держал на руках, что типа вместе полетим, там вместе разобьемся, я тебя люблю, жить без тебя не могу. Я забеременела, я ему сказала об этом. Ну, вроде все было нормально. Приезжала его мама, мы с ней вместе ходили на УЗИ, все было хорошо. А потом ни с того ни с сего она просто... Она мне поставила крест, что я не его девушка, что я не то. У него были девушки красивые до меня, а я вот по внешности не подхожу. Ну, потому что она сказала, у меня сын очень красивый, он воспитанный, он грамотный, а вот она ему совсем не подходит. Его мама была против. Я ездила туда к ней в город, я унижалась. Мы с ней встретились, она меня даже не пригласила к себе домой. Мы стояли на вокзале, при холоде разговаривали. Я замерзла, она меня посадила на автобус, и я уехала обратно. Она сказала, я позвоню Роме и поговорю с ним. Было сказано со стороны мамы, что нам не нужен сейчас ребенок, мы не готовы к этому. Вот, и в этом плане отношения стали рушиться, 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 и все, и он собрался, уехал, и все. И потерялся навсегда. Вот я его сколько ждала, я его ждала на день рождения сына, когда сыну был год. Он не пришел, я просто жду его. Помогу. Я не хочу об этом человеке вспоминать. Хочу это вычеркнуть в своей жизни. Сейчас я счастлива, у меня есть муж. Об этом мне приходится забывать. Мне хочется отомстить ему как-то, или что-то у меня в глубине души заложилось к нему такое. Потому что он сделал мне больно. Он оставил меня с маленьким ребенком. Ему было все равно, что будет со мной дальше, как я буду жить. Он просто ушел. Привет. Здравствуйте. Как зовут? Алена. Что случилось у тебя? У меня сестра постоянно внушает, что я страшная. Угу. Ей ничего не нравится во мне. Ты живешь с сестрой? Я живу с мамой, с папой, с мужем, с ребенком. Без сестры? Без сестры. Но сестра каждый раз, как приезжает, с порога начинает рассказывать. Ну, то есть я туда приезжаю, ну да, она мне постоянно говорит за мои комплексы. Она мне это говорит с самого детства. Я поняла тебя. Замужем, счастлива в браке? Да. Дети есть? Да. Да. Сын. Сын родился в браке? Да, в первом. А, у тебя был до этого еще брак? У меня был, да, гражданский муж. Угу, я поняла. А почему расстались? Его мама запретила нам общаться и встречаться. А он мамин сын такой? Да. То есть послушался? Да, слушал маму. Второй муж отличается разительно от первого? Конечно. Он вообще хорош, он меня не трогает, не обижает. Он усыновил моего сына. Сейчас мы в браке, живем, нормально все. Слушай, ну не знаю, что там говорит сестра. У тебя, смотри, один мужчина, потом другой забирает тебя сразу с ребенком, усыновляет его, любит тебя. Смотри, как замечательно все. Хочу доказать сестре, что я могу быть лучше. Красавица мы сделаем из тебя точно. Кстати, я позову сейчас Катю, Женю и Юру. Вот они-то и сделают из тебя красавицу. Привет, привет. Привет. Ну что, кого мы тут должны делать красавицу? Ну вот Леночка к нам пришла, потому что сестра ей постоянно говорит, что она уродина. Хотел бы я видеть эту сестру. Ну ты, значит, сестры хотя бы чуть-чуть, согласна? Ну да. Что можно в себе? А что бы ты в первую очередь меняла? Выпрямить спину могла бы. Выпрямить спину, одеться женственно, как-то красиво. Каблуки одеть, платье одеть. А у тебя этого сейчас всего нет, правильно? Mm-mm. Почему? А что же мне мешало, если ты понимала все? Я одеваю платье, мне не нравится это все. Вот я куплю себе платье, я его одену, я его померяю, мне оно не нравится. Слушай, я его грудь откладываю, есть, да, фигура хорошая. Грудь я вообще стесняюсь открывать, даже не хочу. Но у меня после того, как я родила, появились растяжки, поэтому постоянно я прячу, не хочу, чтобы грудь Так мы же не обязательно в купальниках ты должна ходить. Но можно же как-то грудь свою красиво подчеркивать. Так, Жень, что по поводу волос скажешь? Ну, вечная просто беда нашей страны – это черный цвет волос. Вот почему ты его выбрала? Ой, я не знаю, я уже давно черный. Вот никто никогда не знает, почему выбирают черный цвет. Мне мужу нравятся брюнетки. Ну, слушай, ну брюнетки бывают разные. Посмотри, у тебя как смоляной цвет волос. Черный цвет – это практически отсутствие цвета. Вы, да, обязательно должны сделать из нее красавицу. Ну, да, битву за красоту мы выиграем, мы обещаем. Ну, а с Андреем уже вы должны выиграть битву за то, чтобы не сестра решала впредь за твою жизнь, да? А ты решала, что ты хочешь в этой жизни, как ты выглядишь. Вот придать уверенности просто в себе, потому что вот чего тебе не хватает, так это уверенности. А чтобы у тебя уверенности было больше, я уверен, что в сестре ничего особенного нет. Принеси нам, пожалуйста, ее фотографию. Хорошо. Спасибо. И мы ей напишем наши рекомендации. И мы напишем ей наши рекомендации. Пойдемте работать. Осторожно. Далее в программе. Прекрасные, милые, инфантильные обезьяны на облаках в звездочку. Потом, пока ты летишь в свободном полете, мужик может и передумать. Я хочу жить сейчас, настоящим, со своим мужем, которого я люблю, и со своим сыном. Скажите, пожалуйста, что вас не устраивает в вашей улыбке? Все не устраивает. Ужасно кривые зубы не нравятся мне. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте. Так. Елена, у вас действительно зубы расположены криво. И идеальный метод лечения – это ортодонтическое лечение, когда наклеиваются брекеты, и с помощью специальных дуг зубы выпрямляются. А сколько это будет по времени? По времени это займет около 2 лет. Ой, это долго. Мне надо побыстрее. Побыстрее. Хочу красивее, чтобы было. Ну, в принципе, есть еще второй вариант, когда мы эту скученность исправим с помощью композитной реставрации. Можно посмотреть, как это будет. Как это будет выглядеть? Угу. Конечно. Классно, мне нравится. Если все устраивает, тогда начнем. Да, меня все устраивает. Давайте. Привет. Привет. Юрий Столяров, звездный визажист. Смотрю, грустные, печальные глаза. Ты чего-то ждешь страшного? Нет. В косметологии ничего страшного нет. Доктор поможет сделать кожу лучше. Пойдем. Пойдем. Как мне кажется, нет очень серьезных проблем с кожей, но есть некоторая обезвоженность, вследствие чего я вижу. Сделай лобиком. Я уже как научился, вот видишь, что появляется. Уже появляются глубокие морщинки. Все это, я думаю, можно легко исправить, да? Конечно, здесь нужно будет ввести специальный вид гиалуроновой кислоты для поддержания глубокого тонуса и тургора кожи. Это микро-микровколы. И подобрать адекватный уход, который позволил бы сократить поры и нормализовать работу сальных желез. Очень частая проблема – это формирование акне и воспалений на коже. Здесь нужно обратить внимание на работу сальных желез в Т-зоне. Это центральная зона лица, где могут быть более расширенные поры. И второй момент – это наличие сухости и обезвоженности кожи. Это вторая причина, которая приводит к тому, что железы могут закрываться, в результате чего формируются внутренние комедоны, которые переходят в воспалительные элементы. В данной ситуации, первое, мы должны подобрать правильный, рациональный уход домашний. Второе, мы должны построить программу у нас в клинике, та, которая позволит улучшить качество кожи и глубоко увлажнить. Поэтому здесь мы сделаем глубокое увлажнение при помощи микроинъекций. И второе, мы запланируем пилинг, который выровняет поверхность лица. привет. Здравствуйте. Екатерина Веселкова, московская модница. Добро пожаловать ко мне в мой мир моды и твоей новой красивой жизни. Ты чего такая напуганная? Давай, показывай вещи, какие у тебя есть. Лен, а чё не густо вещей-то в гардеробе? Нету, в другом городе все. А сколько ты в этом городе? 2 года. То есть это твой... столичный московский гардероб. Да. А скажи, а ты вещи себе сама покупаешь? Да, иногда. Иногда? Да, иногда мама покупает. Либо которую сестра посоветовала, или отдала сестра. А сестра поносила и от доброго сердца тебя отдала? Или пошла тебе выбрала? Я покупаю себе вещи. Вот я куплю себе новые штаны. А она говорит, ой, мне так нравится. Типа, давай поменяемся. Она будет в истерике биться, чтобы мы поменялись. Она может на меня на месяц обидеться. И тогда мне придется сказать, ладно, на мои штаны, давай мне свои. И она свои какая она отдает? Ну, какие-нибудь, которые ей не нравятся, но не носит она мне. Но они и тебе, соответственно, не нравятся? Нет. А ты себя любишь, Лен? Да. А что же даешь себя в обиду-то? Что же по гардеробу не видно, что ты себя любишь? Вот давай посмотрим. Тут какие-то инфантильные пижамки. Это не одежда, это пижамки. Еще какая-то бельевая маечка. Нравится мне, красивая. Ты застряла в детстве? Наверное. Давай меряй вот эту свою майку. Ты про нее сказала, заступилась, что она тебе нравится? Да. Меряй, девочка, вот эту майку. С чем ты ее носишь? С джинсами, со спортивными штанами. Давай, со спортивными штанами меряй. Где спортивные штаны? Меряй. Ну что, заступница гардероба? Все нравится, я так хожу с ребенком гулять. Я не говорю, что это плохо. Прекрасные, милые, инфантильные обезьяны на облаках в звездочках. Но они хороши для дома. Кофеечек себе заварила. Варенье любишь? Да. Вареница себе в блюдечко насыпала, под одеяло забралась и устроила себе день пижамного настроения. Мы ее выбрасывать с тобой не будем, мы просто... скажем, что она у нас на другую полку переходит и по другим случаям в жизни надевается. Ты потеряна, тебя задавили. И ты мне поэтому лучше признайся сразу, что мы вообще с тобой будем делать в этой программе. Потому что я тебя сейчас научу, я за тебя возьмусь. Я пойду в магазины, буду тебе все выбирать. И если ты потом вернешься, и твоя сестра скажет, как классно, и все у тебя заберет, а твоя мама скажет, здорово, но вот тебе еще одна кофточка с собачкой, то что ты будешь делать? Ничего не отдам. Если ты не отдашь, тогда продолжаем нашу учебу, потому что тогда я в тебя верю. Если у тебя все заберут, и твой гардероб будет наполнен этими беспорядочными вещами, тогда смысла нет, лучше даже не начинать. Я это все отдам. Отлично. Все, тогда внимание. Вот эту кофту инфантильную отдаем. Поперечную полоску с отрезанным горлом. Почему у тебя все с горлом с отрезанным? 1, 2, 3, 4. Тепло. Все, что есть, все. А шарф есть такое слово? Я не знаю, как их правильно одевать. Ну, конечно, если у тебя шарф как вязаный серпантин елочный, то тогда ты не знаешь, как его надевать. От такого шарфа мало толку. Ну и вещи, в которых просто цвета моли, цвета бесцветных каких-то мотыльков и бабочек, это что? Платье. Платье. Красивое платье. Красивое. Вообще не завидую, что у тебя такое платье есть. Мне вот не надо такого платья. А мне надо. Мерей. Так, Лена. Рассказывай, защищай. Ну, мне нравится. Я поняла, ты же сам... хорошо очень. А, да, еще что ты скажешь хорошего? А что еще сказать? Отлично, мне нравится. А что ты на меня нападаешь, как будто мне не нравится? Ну, я же вижу, что тебе не нравится. Ну, не нравится. Правильно, конечно. Давай, я тебе расскажу. Богатырские плечи. Не, если хотела подчеркнуть, то тебе удалось. Хотела? Но я не знаю, как их подчеркивать, как их прятать, эти плечи. Если они у меня широкие, что я могу сделать? Конечно, их надо подчеркнуть. Все, что у тебя широкое, надо подчеркивать. Все, что узкое, надо прятать. Ну ты что? Ну ты взяла и подчеркнула плечи. Потому что ты выбрала такой тип рукава, который увеличивает плечи. Знаешь, как ты еще плечи увеличила? Ты себе шею отрезала, и поэтому ты еще больше плечи увеличила. Дальше. Талия. Как это? Где талию будем мерить? Талия у нас вот здесь. Почему у нас резинка с тобой талии вообще заползла уже на грудь? Заползла и заползла. Заползла и заползла. Вот видишь, как хорошо, что я теперь на тебя посмотрела, да? Видишь, у тебя 2 глаза, у нас с тобой вместе 4 глаза, и 4 глаза лучше видят. Почему белье у тебя просвечивает? Не маловато платьице-то? Не, нормально. А по длине не коротковато? Нет, тоже нормально. Платье коротко, платье вот эти места подчеркивает. Вот видишь, гусеничка у нас с тобой? Тоже хотела подчеркнуть? Нет, это нет. Ну так а что же, ты по всем пунктам провалила платье. Да я ж не знаю, какое подходит, не подходит. Мне одеть что-нибудь и пойти, мне все равно. А что это за подход такой? Идти и пойти, мне все равно. Зачем ты на программу пришла? Ну хочу по-женственнее как-то выглядеть. Ну значит, уже не все равно? Ну просто смотрю на девушек, они ходят красивые, мне тоже хочется. А какие красивые, расскажи? На каблуках, в платьюшках красивых, мне же тоже хочется. Вот и тебе пришло. Хочется, а у самой каблуков нет, платьюшков красивых нет. То есть ходишь на них, вот смотришь... Платьюшко. Давай. Меряем платьишко красивое, финальное. На модели платье вечернее, камнями усыпанное. Расскажи, по какому случаю ты его покупала? На Новый год. А почему ты его выбрала? Блестит классно. А не блестит не классно? Это следующее платье для того, чтобы отдать сестре. Хотя, знаешь, это я так зло шучу на самом деле. Цвет насыщенный. Фактура ткани блестящая. При этом на платье еще прилепили камни. Мне это платье нравится. Нравится, да? Да. И блестящие, и в камнях. А повернись снова к зеркалу. Ты свои плечи снова увеличила. Ты показала, что ты здесь тоненькая, что у тебя прекрасные ноги, но у тебя огромные плечи, которые не делают тебя миниатюрной. И ты выглядишь в нем очень крупной. И еще один момент. Если ты выбираешь вечернее платье, запомни основное правило. Если ты открыла здесь, длина не должна быть ультракороткой. Поздравляю с тем, что ты решилась выбросить многие вещи, отдать. И мы с тобой теперь подберем тебе новый гардероб. Я надеюсь, что ты сама себе в зеркале будешь больше нравиться в нем. И что ты научишься сама себе выбирать красивые вещи, которые тебе действительно идут. Договорились? Хорошо. Все, увидимся в магазине. Хорошо. Пока. Пока. Здравствуй. Здравствуйте. Андрей Кухаренко, психолог. Скажи, а что ты хотела поменять? Ну как, я ничего хотела поменять. Просто не хочу вот эти думки, не хочу, чтобы как Рома был в моей жизни, чтобы Рома он был это... третьим каким-то. Это первый брак мой. Ага. Я хочу жить сейчас, настоящим, со своим мужем, которого я люблю, и со своим сыном. Что мешает? Ну я не знаю, у меня какое-то чувство вот, отомстить как-то хочется или что-то, я не знаю. Может, из-за того, что мне какая-то злость, может, где-то далеко в глубине души я переживаю. Просто я этого человека не видела уже 1,5 года. Лен, скажи, пожалуйста, какое самое яркое воспоминание или какое самое яркое событие было вот во взаимоотношениях Романа и Лены? Это когда он меня держал на 11 этаже. Он тебя там держал взаперти, прикованный к батарее? Нет, он меня держал на руках, свесив с балкона, да. И была беременна на 4-м месяце. А, то есть он вас двоих держал на высоте... Да. 11 этажа. Сказал, умрем, значит, вместе, никогда не расстанемся. Как-то умрем вместе, если он на балконе, а ты на земле. Я за тобой, говорит, полечу. Ну, как он с тобой полетит? Надо сначала тебя отпустить, правильно? Ну, да. А потом, пока ты летишь в свободном полете, мужик может и передумать. Ну, не знаю, может, передумал. Скажи, Лена, а что ты вдруг отказалась-то вместе с ним умереть? Это была не такая уж сильная любовь в эти полгода, чтобы прям умирать с этим человеком. Это были первые полгода, когда мы встречались. Какая это может быть прям такая любовь? А когда такая любовь настала сильная? Через год, через полтора. Нет, через год. Так, после того, как он тебя чуть не угробил, ты в него решила влюбиться. Сильно. Да. Ну и как отношения? Отношения у нас были нормальные. Он ухаживал, все было красиво. Я беременная была, он там и витаминчики, и все. Цветочки каждый день. Я не могу просто никому об этом сказать. Я даже с мужем об этом не могу поговорить. Он просто этого не хочет слушать. О моих тех отношениях. Мне хочется с мужем как-то поделиться, чтобы, может, он мне в этом помог как-то. Он просто не хочет даже об этих разговаривать. Все, что было в прошлом, это было в прошлом. Я зачем ему знать про твоих любовников? Это были первые отношения, это был первый муж гражданский. Он же не любовник, мне считается. Кто? Зачем твоему мужу? Вы в официальном браке? Да. Знать про твоего сожителя. Чтобы он мне в этом как-то помог. В чем? Разобраться в этом все. Не трогай мужа. Почему? Хочешь с ним расстаться, продолжай в том же духе. Нет, мы просто когда только начинали с ним встречаться, ну, жить с мужем, со вторым, он мне сказал, что никаких фотографий, никаких разговоров про Рому не должно быть. И мы не стали больше разговаривать ни о чем. А ты что ожидала, что он скажет? Ну, я вообще хотела поговорить. Рассказать ему, что это болезненно для меня, что эти отношения были болезненными для меня. Но он не хочет об этом разговаривать. Лен, так твой запрос помочь тебе разорвать вот какую-то эмоциональную привязанность по отношению к Роману. Да. Что готовы делать для этого? Да все подряд. Все, что только можно. Ну ладно. Далее в программе. Ты умерла. Дальше ничего нет. Я просто поняла, что я человека этого ненавижу. Но ты выясняла, почему это произошло или нет? Ранее в программе. Я всегда радовалась жизни, я просыпалась, у меня было все хорошо. А в один какой-то период как-то я замкнулась в себе. У тебя был до этого еще брак? У меня был, да, гражданский муж. Я не хочу об этом человеке вспоминать. А что же даешь себя в обиду-то? Помочь тебе разорвать вот какую-то эмоциональную привязанность по отношению к Роману. Да. Лен, привет. Здрасте. Присаживайся. Как считаешь, а твоя жизнь какого цвета для тебя? Черная, наверное. Черная. Слушай, говорят, что жизнь очень хрупкая штука. Выбери яйцо, которое бы символизировало твою жизнь. А, без разницы. Держи, раскрашивай. Черный? Не знаю, у тебя какой цвет на данный момент жизни? Черный. А что тебя не устраивает на данный момент? Ну, мысли. В прошлом. А о будущем есть мысли? О будущем есть. Такие же черные? Нет, красного. Ну, добавь. Вот так. Хорошо. Тогда клади отдельно. Лен, а как считаешь, жизнь твоего ребенка какого цвета? Желтого. Желтого? Раскрашивай. А есть ли у тебя какая-то мечта? Венчаться с мужем хочу в церкви. Раскрась ее прямо сейчас мысленно. Это какой будет цвет? Белый, наверное. Присоединяй. А есть ли у тебя еще какое-то желание или мечта? А надо ее говорить или можно просто раскрасить яйцо? А ты ее вспомни и раскрась яйцо. Бери свою жизнь, жизнь ребенка, мечту о венчании и секретную мечту, да? Угу. Забирай с собой и пойдем. Давно замечено, что между жертвой и палачом существует какая-то энергетическая связь. Моя задача заключалась в том, чтобы Лена осознала, что вопрос не в романтике, а вопрос в жизни и смерти. И не только ее жизни, но и жизни ее рожденного ребенка. Лена, у нас тут такой творческий беспорядок. То, что ты видишь здесь, это твоя мечта, твоя какая-то мысль, твое какое-то желание. Угу. Ты это сейчас видишь из позиции того времени, когда этот человек, с которым ты хочешь разорвать связь, держал тебя на руках на высоте 11 этажа. К этим мечтам, к этим идеям я тебя попрошу положить твою жизнь. И теперь положи жизнь ребенка, ты тогда была беременная. Положи секретную мечту А осталась еще мечта, которую будет когда-то, через несколько лет. Да? Тоже ее пристрой. 11 этаж. Звуки, которые ты слышишь, это, возможно, звуки улицы. И он тебя держал на руках. Да. Возьмите Елену на руки. А ты тогда была разутая? Да. Давай сниму, чтобы было именно так же. Что ты ему говоришь? Пожалуйста, не трогай меня, не надо. Я боюсь, мне страшно, не трогай меня, пожалуйста. Но до сих пор у тебя на лице улыбка. Может быть, где-то оно там и радостное. Сейчас я это вспоминаю как радостное. Ну, как просто как воспоминание счастливое какое-то. В твоей истории он тебя удержал, а в нашей истории нет. Слышь, ты умерла. Лена что-то перепутала. Она считала, и это было видно по ее улыбке, когда она это рассказывала, что это очень романтично, то, что ее держали над 11 этажом. Идея эксперимента заключалась в том, чтобы, как это не цинично звучит, завершить начатое ее первым мужем. Сымитировать смерть. Ты умерла. Дальше ничего нет. Вообще ничего нет. Все. Кончилось. Ты раздавила свою жизнь, ты раздавила жизнь ребенка, ты лишилась всех своих мечт. Больше ничего нет. И сейчас тебя отсюда достанут, положат на носилки и унесут туда, куда уносят мертвых. Я человека этого ненавижу. Он мне просто испортил всю жизнь. Он мог убить моего ребенка, которым я сейчас радуюсь жизни, что у меня есть этот ребенок. А так бы у меня его просто не было. Ненавижу я этого человека. Не хочу больше даже думать об этом. Все, больше ничего не хочу думать. О прошлом вообще не хочется. Когда ты вдруг будешь возвращаться к этим воспоминаниям, и вдруг ты будешь чувствовать радость, обязательно смотри на это яйцо. Возьми этот якорь с собой. Я хочу напомнить, что любовь – это радостное чувство. И если для вас любовь связана с болью, то, возможно, это и не любовь, а какое-то другое чувство. Ну что, ты готова к встрече с чудом? Да. Разрешаю тебе 3 минутки просматривать все, 3 секундочки вернее. У меня никогда не было таких ярких цветов, полосатого никогда ничего не было. Хочется поэкспериментировать, посмотреть, как это будет. Красивого ничего не было, что на тебе хорошо сидит. У тебя было. Подожди, у тебя были красивые пижамы? Ни одной пижамы здесь нет. Я заметила. Заметила? Да. Давай тогда сразу начнем с чего? Что на тебя первое посмотрела? Вот эта блузка. Да. Да, давай наденем ее. Вот таким жакетом без рукавов, с вот такими брюками. Бери, пожалуйста, светлые босоножки. И вот такую, помоги мне, подержи. Она пока не хочет к тебе убегать, потому что не верит в твое хорошее поведение. Но мы тебя исправим. Давай, возвращайся. Ну, как тебе твой новый прикид после твоих обезьянок? Ну, это мне очень нравится. Я себя чувствую более женственной какой-то. Отлично. Ну, да. Маленьким ребенком. Да, да. Мне хотелось показать тебя не взрослой, но женственной. При этом, чтобы как-то вот это было читаемо и тебе, и всем окружающим, то есть какую-то сделать тебе глобальную перезагрузку, вывести тебя из твоего детсадовского возраста. И самое главное, помни, что я тебе говорила, что я тебе буду рассказывать об особенностях твоей фигуры, иди ко мне. Мы заодно расскажем сразу всем. Девушки, у которых большие плечи, да, вот так вот немножко развернись, чтобы тебя было лучше видно, им важно соблюдать несколько правил, они очень простые. Мы избегаем острых углов на плечах, при этом мы вытягиваем силуэт тем, что мы носим жакет нараспашку. И у Лены прибавляется при этом роста, она кажется выше, изящнее. И при этом ты в тренде. А что еще я тебе припасла? Помнишь то осеннее платье, да, про которое я тебе сказала, что ты можешь позволить себе маленькие слабости, любить камни, любить блестящие, но да, основное правило выглядеть красивой с точки зрения фигуры ты все-таки должна соблюдать. Так, давай теперь померим правильное платье. Мы его с такими массивными босоножками померим. Доставай. И возвращайся ко мне, я расскажу, почему тебе идут именно такие силуэты. Хорошо. Ну что, а такое платье у тебя есть в гардеробе? Нету. Ну и как тебе? Таких нету. В туфлях неудобно. Неудобно. Что, будем тренироваться? Каждый день встаешь с утра, идешь до кухни, обязательно в туфлях 5 минут засекаешь, потом 10, потом 15, потом выходишь в них на улицу, запасные с собой не берешь. И деваться некуда, весь день в них проходишь, в общем. Значит, туфли на каблуках обязательно, потому что у девушек, у которых широкие плечи, обязательно надо добавлять рост. Что касается платья, мы сделали такие цветовые блоки. Да, это, кстати, тоже очень такая модная тема. То есть у нас здесь есть такой серый, черный, ярко-ярко-розовый. На колье у нас тоже такой электрический салатовый цвет, который поддерживает ярко-розовый такой на бедрах. И вот эти цветные вставки на бедрах, они как раз и уводят внимание с плеч на бедра. И в целом фигура, получается, у нас выглядит более уравновешенной. Понимаешь? Сюда же подходит клатч, так что у тебя целый уже составлен прекрасный гардероб. Да? И сюда же, кстати, ты можешь надевать вот такой жакет на распашку с этим же платьем, поэтому все у нас с тобой отлично друг с другом сочетается. Платье мы с тобой померили, брюки померили. Давай теперь мерить блузку и юбку. Вот так. И возвращайся, буду дальше рассказывать тебе про секреты твоей фигуры. Хорошо. Ну как тебе? Это мне нравится. Это мне больше всего из трех нравится. Здорово. Видишь, у тебя уже появились свои приоритеты. А чем, расскажи? Ну, мне как-то комфортно, удобно. Дело в том, что мы опять же смещаем акцент с плеч. То есть мы выбираем какую-то деталь в гардеробе, которая будет явным акцентом. Например, юбка. А внимание привлекаем к нашим ногам, потому что они у тебя прекрасные, безупречные, замечательные. Поэтому взгляд с юбки падает на ноги или наоборот, неважно. Но, в общем, в любом случае он не падает на плечи. Еще давай я тебе расскажу то, что мы мерить не будем. Да, есть у тебя еще вот такой вот комплект. У нас есть блузка, и на блузке у нас с тобой облоки цветовые, они продольно расположены. Они вытягивают силуэт вдоль, в то время как на юбке, как расположены полосы, поперек. Да. А все, что поперек, зрительно расширяет. Поэтому мы бедра с тобой чуть-чуть расширяем, тебе это можно. А блузкой мы тебя немножко вытягиваем. Вот, смотри, давайте расскажу еще про платье, которое мы также не будем мерить. Да, то есть мы стараемся сделать с тобой верх более прилегающим по силуэту, а низ мы делаем более пышным, чтобы добавить к бедрам. То есть вот, например, такое платье тоже будет для тебя идеальным. И последнее, что мы с тобой не разобрали, это топ. У тебя можно носить топы с такими плечами, потому что здесь мягкая линия плеча, мягкое крылышко, которое ложится без острых углов. Поэтому, пожалуйста, ты можешь носить его вот с этими брюками, ты можешь сверху надевать жилет, ты можешь носить его с яркой контрастной вот такой вот черно-белой юбкой. В общем, все у тебя совсем сочетается. И я тебя поздравляю с тем, что мы не просто тебе подобрали базовый гардероб, который должен быть у каждой девочки с правильным платьем, с юбками, с брюками, да, потому что пижамки у тебя уже есть, мы не будем сюда их добавлять. Но он подобран именно с учетом твоей фигуры, чтобы ты в нем выглядела женственной, гармоничной. Я тебя поздравляю с тем, что у тебя в гардеробе появились яркие цвета. цвета, яркие краски, потому что сейчас весна, и ты должна входить в весну с каким настроением? С весенним настроением. С ярким, сочным и праздничным, но яркие цвета – это штука опасная, в том плане, что они требуют специального ухода, чтобы они не потеряли свой цвет и яркость, поэтому у меня есть для тебя подарок. Это ласка, сияние цвета, ты будешь ею пользоваться, и твои вещи будут оставаться всегда яркими и выглядеть как новые, что очень важно для модницы. Держи. Спасибо. Ну что, тебе нравится твой гардероб? Да, мне все нравится. Намного больше, чем твой бывший? Конечно. Слава богу. Все, беги к Жене, он сделает из тебя красавицу, мы с тобой уже увидимся в студии. Пока. Пока. Привет, Жень. Привет, Леночка, присаживайся. Евгений Седой, ультрамодный парикмахер. Расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя были эксперименты с волосами, какая ты была, какой никогда не была, расскажи мне. Ой, какой я только не была. И рыжая была, и белая была. Вообще все уже экспериментировала, и коричневая, и серая. И решила стать темной такой? Да, решила стать темной. А почему? Что случилось? Ну, не знаю, покрасилась, понравилась, начала краситься. Давно ты ходишь в этом цвете? Ну, года 4. Но я просто смотрю, он у тебя не очень однородный. У тебя корни, которые ты окрашивала в последний раз, чуть-чуть посветлее, а дальше идут концы совсем прям черные. Он мне постоянно смывается. Видишь, он не хочет быть с тобой. Он хочет тебя покинуть, а ты за него держишься, держишься. Но сегодня мы с тобой его смоем однозначно. Потому что ты такая симпатичная девушка, и хочется как-то тебя немножечко раскрасить. Ну что ж ты такая монохромная, черно-белая, все черно-белое и серое. Поэтому давай мы с тобой приступим к смывке, потом покрасимся и будем встречаться. Хорошо. Хорошо, готова? Все, давай. Лен, у тебя немножечко, ну, мягко говоря, выпадают волосы. Да, очень сильно выпадают. Скажи мне, пожалуйста, мне интересно, ты выясняла, почему это произошло или нет? Ну, они у меня начали сразу выпадать, как родила, они сразу начали. Смотри, тебе нужно обязательно обратиться к врачу, сдать анализы на гормоны щитовидной железы. И вполне возможно, что железа недостаточно, либо что-то происходит с гормонами щитовидной железы, потому что ну, это ненормально абсолютно. С такими волосами ходить... Лен, наше с тобой долгое путешествие в мир нового цвета подошло к концу. Сейчас придет Юра. Уже пришел. Лен, привет. И заберет тебя в свою волшебную мейкап-студию. У нас с тобой начнется еще одно путешествие в мир хорошей формы бровей, в мир нового макияжа. А это будет мир цвета тоже? Мира цвета особенного у нас не предвидится, но у нас будет мир совершенных форм. Пойдем, Леночка. И ты мне потом тоже об этом все расскажешь. Что ты? Во всех подробностях. Пойдем. Давайте. Далее в программе. Какой красивый финал у нас в очередной раз. Ты представляешь? У тебя шикарная грудь. Я такого еще не... Такого мы еще не видали. Такой груз приятный. Лен, ну вот мы и сделали. Предпоследний шаг. Присаживайся, пожалуйста. В мир совершенства. Я тебе обещал совершенные формы. Начнем мы с формы бровей, безусловно. Второй момент – это коррекции овала лица. О каких-то нюансах я тебе расскажу более подробно в процессе нашего с тобой макияжа. Ну и поздравляю, у тебя новые потрясающие формы скулы, которые мы сейчас подчеркнем. Хорошо. Готова? Давай начнем? Давай. Происходит? У нас тут происходит финал. Какой красивый финал у нас в очередной раз. Ты представляешь? Вообще, слушай, Юр, мы тут с Леной беседовали, и она мне сказала, что ее мама сказала, что тональные кремы портят кожу, поэтому она ими в жизни не пользуется. тональный крем, если он правильно подобран. Ну, тебе это скажет на самом деле любой косметолог. Кожу не портит, если ты каждый вечер регулярно ее очищаешь. Но основа макияжа действительно тональный крем и коррекции под естественной линией скулы. Я наносил более темный тон, но я его наносил не просто более темной пудрой или темными румянами. Я делал микс при помощи основного тонального крема, который я наносил, и темно-коричневого карандаша. То есть я прям смешивал карандаша для век. Я смешивал на руке темно-коричневый карандаш и основной оттенок тонального крема. Кисточкой наносил его под линию скулы, создавая абсолютно естественную светотень. И нет ощущения, что я там лежат рыжие румяна. Откорректировал как-то либо румянами, либо... А румяна я добавил просто свежие, чуть ближе к центральной части лица, для того, чтобы просто придать свежий, здоровый, отдохнувший вид. Чтобы ты карандаш мешал с тональным кремом, ты еще я такого очень... Такого мы еще не видали. Ну, Женечка, век живи, век учись. И... Особенно в данном случае. Особенно в данном Что бы это ни значило, я очень хочу снять скорее шапку. Ну, снимай, наконец, Жень. Ну, я думал, ты мне поможешь. Ну, ладно. Я готов ее даже сорвать. О, потрясающе. Юр, я готов. Я-то как готов. Я считаю, потрясающий результат. Я считаю, что тебе отлично удались брови. Тебе отлично удались волосы. А я предлагаю оценить это в зеркале. Готово? Да. Раз, два и три. Господи, нифига себе. Я в шоке. Ну что тут у вас? Кто это бегает у меня за спиной? Привет, это я. Хороший. Ой, это такой же прям весенний-привесенний. А у тебя цветы, гримерки. Пахнет весной. Наконец-то уже эта зима так надоела, ты себе просто не представляешь. Ты видела платье, которое Катя подобрала Лене? Ага, такое клёвое. Вообще в нем такая красотка, такая худенькая. Но она молодец. Она хоть и родила ребенка, но держится в форме. Такая прям стройная очень. Прям ну, немножко горбится, что мне не очень нравится. Я все время говорю, но... Ну, надо это. Я, кстати, тоже. У меня тоже есть эта проблема. Что это у тебя такое? Вкуснятина. Это кофе капучино для похудения. Это от «Худеем за неделю» жиросжигающий комплекс. Очень клевая вещь, очень вкусная. Помогает поддерживать форму, контролировать свой вес. Я понимаю, вижу там тарелку с сыром. Понимаешь, что мне хочется сейчас всю эту тарелку съесть. Я выпиваю кофейку, все, и спокойно сижу дальше, гримируюсь, хорошо сижу. Да ты что? О, у нас все бегают только целыми днями. То колбаса, то сыр. Ну, я, честно говоря, думал, что ты так хорошо выглядишь, потому что все время на спорте. Не, ну, без спорта, ну, никуда. Я уже мешаю тебе гримироваться. Извини, пожалуйста, Олечка. Давай, мы с тобой встретимся в студии. Давай. Ты веришь в своему счастью? Да. Ты у меня кто теперь? Что ты шепчешь? Леди. Так и говорит. Подожди. Так, все. Лен. Кинофестиваль. Ну, рассказывай вообще. Все-все рассказывай. Как было? Ой, все отлично было. Больше всего понравился эксперимент. Так. Вот, спасибо Андрею. Лен, а что было на эксперименте? На эксперименте было... Ну, я как моя жизнь была, как я с 11 этажа летела. Ну, слава богу, не летела. Слава богу, не упоминала. Да. Так я летела в яйца. Андрюш, что это значит? Что опять ты придумал? Рассказывай. Каждое яйцо... Это была твоя мысль или какая-то мечта, которая бы умерла вместе с тобой. Для меня удивительно, ты вот раньше не осознавала до эксперимента, до прихода на наш проект? Мне не давал покоя, этот человек не давал покоя. Ну, а потом я уже точно поняла, что я не хочу быть с тем человеком, что просто у меня теперь к нему ненависть. Я ненавижу этого человека. Ненависть – это плохая штука, лучше безразличие, наверное, нет? На данный момент лучше ненависть, чем радостное томление от предвкушения возможной встречи. Скажи мне, пожалуйста, что сейчас в твоей личной жизни? Сейчас в моей личной жизни все отлично. Я люблю своего мужа, у нас все хорошо. Ну, конечно, он немножко против этого, то, что я пришла на передачу. Но он меня стал ревновать. Да. Да. Конечно, такую красотку. То, что это он тебя еще сегодня поздно, не видел. Сейчас да. Ты домой-то придешь вообще. Да. Я очень довольна результатом. Ты прям большая молодец. Ты сама довольна? Я вообще счастлива. Я прошу об одном. Что? Пожалуйста, никогда больше не краси в этот черный цвет, потому что... Даже не хочу. Посмотри, как ты расцвела. И не обрезай безумно вот эти челки. Угу. Тебе уже вкусы к одежде стали меняться, скажи? Да. Мне хочется, мне вот посмотрела на себя женственная, красивая, мне вот прям хочется. А почему? Потому что ровный цвет лица. Опять же. Шикарное платье. Шикарное платье, хорошая прическа, все складывается. В таком платье нельзя горбиться ни в коем случае, поэтому, конечно же, потом у тебя шикарная грудь, ее надо вперед все время... Как правильно сказать, выпячивать, её показывать, нести, надо красиво, нести да. Красиво. Такой хорошо. Груз приятный. Да, да, который хочется нести на протяжении всей жизни. Хорошо? Хорошо. Ну, что же, я могу тебе пожелать, чтобы у тебя все было хорошо с твоим мужем. Еще раз повторюсь, это хорошо, что он тебя ревнует, потому что действительно... такую красотку нужно держать при себе, нужно переживать, чтобы никто не украл, потому что действительно очень красивая девочка. Я желаю тебе всего самого хорошего, еще деток, вот, чтобы брак был на протяжении всей жизни успешен. Пойдемте провожать. Спасибо. Что тут скажешь? Красиво. Все, я готова. Вот, и последним штрихом я... Штрихом. Последним штрихом. Еще скажи, Миша, что-нибудь, что я не прав. Перенос ударения в данном случае не оправдан. Слово не воробей, вылетело, не поймешь. Приходите к нам на программу. Если у вас у самих не получается такими стать, мы вам обязательно поможем. Приходите. А я пока посплю. Чего плачешь? Ну, обидно. А во время участия в вашей программе от меня ушел муж. Саша не простит. Кому я нахрен нужна в 19 лет с ребенком? Я такой вот ненормальный человек. Ты юбка ведьмы, бабы-яги, кого угодно. Ты не хочу ничего. Такого разворота событий я не ожидала никак.